Военное положение в лагере. Рэк, видишь танк? Ой, Шидена. Сама? А внутри осталось немного взрывчатки. Поищи снаряжение в зданиях. Надеюсь, с машиной ничего не случится. Успокойся, братишка. Все будет в порядке. Ну что, звонил жене Дана? Как-то все времени не было, Пак. Да и что я ей скажу? Его смерть легкой и безмятежной не назовешь, а врать я не могу. Ирландец! Извините, дамочка. Что за хрень тут творится? Полиция в панике. Но нам-то это говно по боку. Мы просто проедем и заберем наш приз, так? Вальсируя между капель дождя, да, Рекер? Я бы сейчас не отказался от чашечки кофе. Ага, а вот и мотопехотные войска. Так точно. По-моему, эти мудаки на меня пялятся. Веди себя естественно. Естественно? Слышь, чего он хочет? Я что, блядь, на китайца похож? Здание кто-нибудь видит? Дальше мы не проедем, если вы чего-нибудь не придумаете. Ага, налево. Здесь налево. Проезжаю. Вроде все нормально. Здание я вижу. А нам на какой этаж? И сколько ковика? Ковик и два места. Ой, блин, эй, полегче там, успокойтесь. Нам нужно налево, здание слева. Черт, мы застряли. Придется выходить, парни. Дальше пойдем пешком. Вас понял. Давай, Рекер. Выходим из машины. Так. Бар. Сейчас посмотрю. Да? Проходите. Что нам делать? Расслабься, па. Мы доставим их на Вальпию. Оставь это. Наверх. Оттуда мы увидим. Эта ушка не сулит ничего хорошего. Внизу на ходе. Надо сейчас прикладывать их. Наши шпионы могли упустить что-то еще помимо этого. Нужно сообщить на Валькирию. Крепость, это Магнитик 4. Есть сообщение, прием. Крепость на связи. Докладываю обстановку. Большое скопление китайских солдат в заданной точке. Похоже на спецназ. Количество пока неизвестно, прием. Действуйте по ситуации и вытащите их оттуда поскорее. Конец связи. Понял. Отключаюсь. Пошел, пошел, пошел! Лифт здесь. Давай, Рекер. Посмотрим, что у нас есть. Приготовиться. Это что еще за пукалка, мать вашу?
Нам нужно в гостиницу. Не вижу. Випы наверху, значит, это небесный бар и крытый переход, по-моему, так. Небесный бар. Это точно на крыше. Ты должен позвонить жене Дана. Да, я знаю. Черт! Черт! По-моему, мы только что вторглись в Китай. Придется искать другой выход. А что, у нас есть выбор? Нет. Только быть начеку и выше. Давай. Все нормально, чертовых видов. Ирландец, рэп, лянтик. К чему они готовы? Противник на лестнице. Пошел, пошел! К чему они готовятся? Вы это слышали? Пошел, пошел! Граната в укрытие!
больше не осталось? Да, думаю, да. Пошли. Нам убить ложку. Бляха-муха. Защитная дверь. Поколдуй-ка, парк. Секундочку. Дьявол. Херово. На крышу летит. Рекс, следи за окнами и будь готов. Мины-то захватил, Рэг. На позицию! Они на балконе! Быстрее, мать! А, почти готово! Ладно, стреляй, Джек! Они лезут и лезут! Теперь чисто. Давайте, парни, я закончил. Давай, Рэк, нам пора идти. Проще нет. Здесь должна быть лестница. Ясно. Все целы. И в порядке, Рэк. Пошел, пошел. Это наш этаж. Мы уже близко. О, господи. Наши випы? Вот наш номер. Господи боже. Ёлки-палки. Тут в живых никого. Мы
Вы припозднились. Чтобы пробиться наверх через разведчиков, требуется время. Поэтому я и поменял комнаты. Если ты ходишь, Ковик, мы тебе, черт возьми, зачем? Выйти на улицу труднее, чем в коридор. Заходите. Ну же, Рекер! Где машина? Машина? По улице нам не проехать, там полно китайских солдат. Ну, охренеть можно. А что это за випы? Это очень важные люди, женщина и ее муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Я Ханна, а это мой муж. Спасибо, что пришли. Извините, сэр. Простите, мэм. Вы меня понимаете? Вы в порядке? Передвигаться сможете? Мой муж ранен, ему нужно отдохнуть. Времени отдыхать у нас нет. Я заметил вертолеты на крыше, надо уходить. Значит, идем наверх. Что? Захватите вертолет, а я его поведу. Нравится или нет, но таков план. Или есть варианты, сержант? Теперь мы вертолеты угоняем. Мы закончили. Моему мужу нужна помощь. Все это насилие. К чему оно приведет, сержант? Это не... Спасибо, что пришли, сержант. Я благодарна вам за это. Пошли. Быстро. Вперед. Вперед. Беги, готовы? Беги. Не высовываться. Пошли, Рек. Выбора у нас сейчас нет. Идите вперед. Сэр, мэм, ждите здесь. Ладно, идем наверх. Осторожно, Рек. Используй укрытие! Блять, не могу прицелиться в этих мудаков! Трекер, пали их! Осторожно, Рек. Блять, не могу прицелиться в этих мудаков. После вертолета никого не осталось? Проверьте, Рейкер. Давай, Рек, проверь кресло пилот. А точно! Все на борт, быстро! Пошли, 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 вперед! Давай же, давай же!
Я за тобой, Владик! Пошли, пошли, давайте, пошли! Давайте, давайте, давайте! Либо ранило! Он жив! Нам нужно убежать! Давайте, давайте, давайте! Противник, не дура! Сейчас это мой! Слышите, негде! Херовая была идея, Колик! Там ты сдох! Это могильщик 4. Крепость на связи. Нам пришлось покинуть машину. Випы летят к вам в захваченном вражеском вертолете. Одному из них требуется срочно... Господи Боже. Эй. У тебя что, клаустрофобия? Блин, пап, меня не лифты беспокоят. Все дело в высоте. Я ее боюсь. Вы что, блядь, издеваетесь? Что? Я эту песню люблю. Хорошая, блин, песня. Пока все хорошо. Я пойду первым. Пошли. Если это то, что я думаю, вот о чем я и говорил. Крепость — это могильщик 4. Повторите еще раз. Повторяю.
Мы не можем оставаться на текущей позиции. Эвакуация невозможна. У вас 30 минут, чтобы вернуться на корабль. Это крепость. Конец связи. Вертолет над бортом. Быстрее всего будут на восток. От главы. Они решили подражать. Shameful, I'm not sure if you're going to be able to do it.
Нужно двигаться дальше. Рекер, прервать контакт! Надо идти! Прикрой меня!
фланга и сделаем их! Если это то, что я думаю. Вот о чем я и говорил. Крепость, это могильщик 4. Повторите еще раз. Повторяю. Мы не можем оставаться на текущей позиции. Эвакуация невозможна. У вас 30 минут, чтобы вернуться. Это крепость. Конец связи. Колен такой. Быстрее всего будет на восток. По главной улице. Go!
Хорошо, осторожнее на углах. Будет нелегко. У нас легко не бывает. Уже гражданская война какая. Блин, здесь все вышло из-под контроля. Это и вижу, понятно. Спасибо. Сюда. Помогите нам. Мы хотим добраться до реки. Должен это сделать, Рэй. Брешь! Американцы? Хорошо. Нужна помощь. Заходите. Будь начеку, Рекер. Расслабься, Пак. На злодеев они не похожи. Как дела? Не хуама? Не шуша. Отойдите от окна. Это опасно. Не стойте у окна. Отойдите! Мы пытаемся дойти до реки, но у людей Чана есть танки. В город не пробраться. Мы направляемся к реке. А тут гранатометов нет? Один есть. Наши люди дают отпор. Но у Чана бойцы посильнее. Мы в ловушке. Нам нужна ваша помощь. Будьте здесь, защищайте ребенка. Давай, Рекер, пошли. Рек, видишь танк? Пробить его броню понадобится взрывчатка. Как у нас со временем? Херово, как обычно. Нам нужно вынести эту штуку и уходить из города по реке. Нужно взглянуть на это сверху. Как насчет этого здания? Посмотри, нет ли тут чего полезного, Рек? Нам нужно мощное оружие.
капитан. Чтобы пробить его броню, понадобится взрывчатка. Как у нас со временем? Херово, как обычно. Нам нужно вынести эту штуку и... Наш путь перекрыт танком. Посмотри, нет ли тут чего полезного, Рек? Нам нужно мощное оружие. Thank you.
еще один танк. Рекер! Захвати в здание взрывчатку! Осторожно, Рекер! Еще один танк! Там внутри осталось немного взрывчатки! Thank you.
Отличная работа. Спускаемся к воде и валим отсюда. Все чисто. Что у нас со временем? Плохо. Делаем ноги. Быстро. Гавань совсем близко. Скорее же. Мы должны просигналить кораблю. Сначала нужно зачистить... Эй! У нас тут полно гражданских! Пожалуйста! Что он говорит? Думаю, они нам помогут. Пак, ты в норме? Ага, вполне. Крепость. Это могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку. Это крепость. Вас понял, могильщик. Это старое ржавое ведро еле тащится. Прием. Это крепость. По вам ведут огонь, могильщик. Повторяю. Могильщик, по вам ведут огонь. Доложитесь. Только приборы. Нам нужно отвезти их в безопасное место. Крепость — это могильщик. Черт, сдохла. Посмотрите. Все эти люди и лодки, как живые мишени. За нами! За нами! Безопасное место! Владик, что творишь? Мы не можем их оставить, Пак. За нами! Мы доставим вас на Валькирию! Владик, ты в своем уме? Я в своем уме. За нами! За нами в безопасное место! Давайте! Давайте! Крепость — это могильщик, ответьте, прием! Крепость — это могильщик, ответьте!